Официальный пешеходный переход оказался вне закона в Хабаровске. Удобная зебра, которой пешеходы легально пользовались много лет с точки зрения законодательства, оказалась нарушением. Администрация города во время ремонта дороги свою ошибку устранила. А теперь закон нарушают пешеходы и требуют вернуть зебру. Незаконный переход в репортаже Дарьи Небора. Эта дорога находится между жилыми домами, но не является дворовой. Разрешенная скорость движения 60 км в час. Рядом 80-я и 13-я школа, детский сад. Я стою на перекрестке, где месяц тому назад находился пешеходный переход. После ремонта дороги знаки убрали, но прохожие продолжают переходить дорогу в этом месте. Дорога от улицы Большой до торгового центра Большая Медведица тупиковая. Соединяет с городской магистралью крупный жилмассив, торговый центр, стоматологию, школы и детский сад. Движение периодически активное. Сын Юлии Вершининой ходит в 80-ю школу. Пешеходный переход напротив после ремонта дороги исчез. По привычке здесь могут перебегать. А если ребенок один пойдет, то уже страшно. Ну, потому что школа, вот она идет прям туда прямо. И слева детский сад. До ремонта легально перейти улицу можно было в двух местах. Сейчас пешеходный переход остался только напротив 13-й школы. Тем, кто пользовался исчезнувшим переходом, нужно делать лишний крюк. Больше 300 метров. Зебра исчезла, привычка осталась. Здравствуйте, так вы переходите? Пешеходного же нет. Перехода знака нет. Уже убрали. Нету. Извините, не заметил. Переходите в неположенном месте. Нет, получается. А просто он всегда здесь был. А где переходить? Я тут привыкла просто. Просто привыкла? И родители знают, что ты здесь переходишь дорогу? Да, если я иду домой одна, ну, по вот этой дороге и туда. Выяснилось, что удобный пешеходный переход был ошибкой. Она вскрылась во время ремонта дороги. Как объяснили в управлении дорог и внешнего благоустройства, зебра заходила на территорию одного из жилых домов, а это нарушение норматива. Он не отвечал нормативным требованиям. То есть пешеходный переход, грубо говоря, разметка выходила в заезд прям. В администрацию Хабаровска уже поступило 3 жалобы. Знаки пешеходного перехода обещают вернуть в течение месяца, но уже с соблюдением всех требований. Дарья Небора, Семен Сахно, телеканал «Губерния».